И урожай для мурманчан. С 30 августа по 1 сентября на Ленинском рынке пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Комитет по экономическому развитию администрации Мурманска приглашает к участию предприятия агропромышленного комплекса. Горожане смогут приобрести местное мясо и молоко, рыбу и морепродукты, мед, овощи и фрукты, бахчевые культуры, посадочный материал плодово-ягодных культур и многолетних цветов по доступным ценам. К участию приглашают руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, владельцев частных хозяйств и приусадебных участков.